Состоялось заседание Координационного совета общественных объединений Ленинского района. В зале присутствовали представители разных направлений деятельности. Работники культуры, сферы ЖКХ, экологи, юристы, а также члены разных политических партий. Заседание посетил глава Ленинского района Валерий Венцель. Первым пунктом повестки дня стало обсуждение инициативы главы о преобразовании муниципалитета в городской округ. Централизация бюджета, централизация власти не говорит о том, что город видно, один будет процветать, все остальные будут стоять в стороне. Нет. Наша как раз-таки основная задача, чтобы появились единые правила на всей территории в границах нашего муниципального района, где будут применены нормативы по благоустройству в том числе. Общественники поддержали инициативу, ведь реформа позволит сэкономить бюджетные средства, повысить эффективность управления, установить единый тариф на общественный транспорт и избежать в будущем неравномерного развития территорий. Следующий пункт повестки – премия губернатора «Наше Подмосковье». Проводится она в седьмой раз. В этом году призовой фонд, так же, как и во все предыдущие годы, призовой фонд остался того же самого размера – 180 миллионов рублей. Но количество премий уменьшилось больше, чем в два раза. Итак, в этом году мы имеем только 1000 премий. 1000 премий по 180 тысяч рублей будут вручены за социально значимые проекты по 4 номинациям. Экология, прорыв, творчество и духовное наследие, волонтерство и благотворительность. Заявки на соискание премии можно подать до 4 августа. Обязательное условие – проект должен быть уже реализован или находиться в стадии реализации. Последним вопросом заседания стало подведение итогов весенней благотворительной акции по сбору одежды для нуждающихся «Помоги другому». Мы собрали почти 500 килограмм одежды. Это, конечно, это просто что-то. Хорошо, мы сразу поняли, что не будем мы ждать последнего дня и начали распределять одежду буквально на второй, на третий день акции, потому что одежды было чрезвычайно много. Получателями акции стали пенсионеры, многодетные семьи и инвалиды. В следующем году проведение этого мероприятия планируется повторить. Дмитрий Книга, Александр Будников, Ольга Садовская, Видное ТВ.